Я сейчас посмотрел, там, по-моему, какая-то МПшка, просто на миникарте куча ментов. Я просто законопослушный гражданин, который едет по дороге. Сейчас экстренные новости. Срочно, люди, эвакуируйтесь из штата все. Атомные субмарины скоро выйдут из дамб. Генерал разрушил дамбу. Всем привет, друзья, с вами Бурбон. Давайте сразу не буду затягивать вступлением. Вот они, два победителя, которые получают по соточке. Если ты тоже хочешь принять участие, то пиши в комментарии, как тебе эта РПшка. Пиши о всех плюсах и минусах, потому что не было как первое, так и второе. Также изначально я не знал некоторых вещей, но по ходу ролика я их понимал, поэтому досмотри его до конца. Поставь лайк прямо сейчас, потому что я старался, как и всегда, в принципе. Но лайк-то должен ты поставить. И если ты являешься игроком FullRP проектов, то навряд ли тебе понравится данный ролик, потому что тут нет каких-либо четких РП от игровок, грамотной атмосферы. Тут скорее глобальность и масштабность. Это даже скорее не РП, а просто мероприятие. Но мне кажется, что посмотреть на это можно, если не в плане РП, то просто в плане происходящего. Поэтому давайте, друзья, с вас лайк, подписка на канал, все дела, и погнали! И пока плывет музон, в темноте мы живем, рассекая миллионы волн в темноте. Я хочу посмотреть, что там вообще с Лос-Сантосом. Хотя бы с телефона зайду на стрим к Марасу. Ну да, он в эфире, сейчас посмотрю, что он там делает вообще на стриме. Короче, он сейчас находится в СФ, на ВМФ и что-то там ищет. Я не знаю, через сколько это будет происходить, как я понял, он просто хочет уничтожить, а я не шарю, что вообще происходило до этого, но мне кажется, что у него просто срок, наверное, лидерки заканчивается, и он решил вот так вот, скажем так, отпраздновать. Так вот, почему там все копы и армейцы отправлялись куда-то. Короче, я предлагаю занять какую-нибудь точку обзора. Было бы, конечно, это здание прозрачным, было бы офигенно, но вот, вот так вот вид серьезно просто сногсшибательный. Поэтому, если кому интересна эта сборка, на канале она уже лежит, в последнем соборе сборок можете поискать. Я сейчас наблюдаю за ним, он обратно в игру заходит, у него, наверное, какая-то параша произошла. Губернатора что-то Туксон уничтожит. Не знаю, для чего он поставил запятую, но пусть будет так. Да, и некоторые парни, которые фамилия, они в Ютубе. Поздравляю, что ли? Ракета с фосфором направлена на, опять же, ТСР. Я без понятия, что это. Вы не выживете. Ну, вполне добротный прогноз. И если бы, конечно, это было не самп, и реально просто все взорвалось, это было бы охрененно. Вот, понимаете, просто следим за вот этим всем, и в Лос-Сантос просто летят ракеты. Я думаю, что можно включить воображение, как откуда-нибудь с Чилиада вылетают просто ракеты и бомбят тут все. Мне кажется, что это было бы просто охренительно. Но, к сожалению, самп такого, мне кажется, не сможет выдержать. Но я думаю, что стоит подождать, как это все будет. Экстренные новости. Генерал сказал, мы не выживем. Штату непонятно одного. Почему ЛСПД и больница ЛВ поддались СВА. Полиция ЛВ проводит набор во время войны, вместо того, чтобы помогать людям. Я вот тоже не знаю, почему тут типа... Короче, как я понял, некоторые лидеры не знают об этом. Я не знаю, как это все получится и как это произойдет, но я хотел бы просто все это увидеть своими глазами. То есть, как это все взорвется, либо не взорвется, либо это просто придет к какому-то логичному мирному завершению. Но как минимум на его стриме играет разрушительная музыка. Чем я хуже? Давайте. Генерал СФА, готовьтесь. Скоро вас уничтожат. Станогавки заряжены, скоро они выстрелят. Так давайте, я хочу посмотреть на это. Я сейчас смотрю его стрим, он летит на гидре. Я не знаю, что будет, и я бы не хотел умирать, потому что, блин, я просто хотел бы это все запечатлеть. Но пока что мы еще живы, я хочу сказать, что мы играем на проекте каком? Конечно, да. Arizona RP Tucson. В описании есть его айпишник, поэтому если вы еще не начинали играть тут, то самое время, ну не сейчас, после вот этой всей третьей мировой, самое время зарегистрироваться, ввести промокод Бурбон на третьем левеле, получить 200 косарей, также при регистрации вести ник Джонни Бурбон на третьем левеле, также писать мне ВКонтакте, и я переведу вам 150 косарей, поэтому все это есть в описании, давайте. И поскольку я начал следить за этим развитием событий не сразу, я не знаю, в чем суть, то есть из-за чего произошел данный конфликт, генерал армии разрушит все, что увидит, потеря связи. Так, отлично, но я просто сейчас на его стриме, он просто летит, и летит не в сторону ЛС. Да, сообщают, что генерал строит бойцов в казарме, жители, так что же делать жителям? У меня есть парашют, если что. Блин, вид серьезно охрененный. Я не понимаю, что происходит. Человек-губернатор установил маленькую бомбу, но боец армии СФА сказал, что он обезвредил ее.
Чё это за говно? По-моему, начинается какой-то абсурд. Я сейчас смотрю стрим, у них в казарме человек 100, наверное, и он куда-то ушел. Охрененно. Он ушел за противогаз. Боже. Так, они куда-то отплывают. Надеюсь, что сейчас начнется что-то, потому что я пока что просто стою и ожидаю. Короче, они решили отправиться вот в этот вот город. Я не знаю, законно ли будет то, что я хочу попасть, но, блин, я хочу посмотреть на это. Как я понял, все нормально будет с Лос-Сантосом, пока его взрывать никто не хочет. И у них какие-то конфликты, как я из всего понял, с губернатором. Так, друзья, но мне кажется, что меня там быстро приходят, если так полечу, но я постараюсь быть на высоте какой-нибудь. Вообще, маска, если у меня была бы сейчас с собой, было бы вообще отлично. Да, я успешно... Так, чё за говно происходит? Друзья, просто охренеть. Типа, какого черта? Вот так вот это выглядит без ENB. Боже, но мне кажется, с ENB вообще все. Ох, нет, я лучше выключу пока ENB, потому что жестко очень. Погода вроде пока получше стала. Там заряжают ракеты из-за пыли, я не знаю, короче... Я не знаю, как это произойдет, просто админы всех убьют в радиусе, либо что это будет вообще такое. Но мне кажется, что стоит пока лететь туда. Я вижу там бедолага, который просто плывет по воде. Ах, ладно. И там, вон, я вижу какие-то корабли, самолеты, машины, кучу людей. И я не знаю, где быть мне. Окей, я думаю, что точку обзора мы выбрали неплохую. Просто посмотрите на те точки. Те точки, это вот люди. Охренеть, там действительно немало всех. Они просто бегут, ё-моё, посмотри. Охренеть. Короче, я не знаю, куда мне деваться. Наверное, пока что лучше остаться просто тут. Короче, он дал 8 минут. Боже, ты сейчас ждать 8 минут. Ё-моё, так, стоп, там что-то кто-то взлетел. Эй, я надеюсь, не за мной. Стой, подожди, чувак. Так, нет, он вроде в другую сторону полетел. Окей, это как-то страшно было. Эй, по мне стреляют, чуваки. Короче, надо уплывать, меня засекли, меня заметили. Пожалуйста, нет. Я не знаю, насколько хватит моего вертолета. Пожалуйста, не надо. Эй, надо куда-то улетать. Тут прям есть такая вот точка для обзора. Хорошая, прям напротив них. Так, там что-то взрывается. А, у меня же еще и фиолетовые эффекты. Мне кажется, что это смотреться будет неплохо. Так, но там уже что-то он взрывается. Короче, будем стоять, наверное, тут и ждать. Марас требует губернатора, но я не хочу, чтобы губернатор приезжал, потому что хочу посмотреть на то, что произойдет, если он не приедет. Можно, конечно, было бы потроллить всех, но мне кажется, что мой троллинг получился бы слишком короткий. Если только приезжаю, я губернатор, короче, я сдаюсь. Это такое себе будет, мне просто сразу убьют, наверное. Конечно, у меня есть нечестный способ, это камхак, по идее он не запрещен, то есть я могу сделать, сейчас бы вспомнить, как им еще управлять, вот так вот пониже, короче, вот, мы видим, в принципе, все, что происходит, я не знаю, это законно или нет, но по сути мы видим все. Блин, хоть это, наверное, нечестно и, возможно, немного читерски, но просто я хочу наблюдать за этим, вот просто такой ракурс, тут все видно, то есть все стоят люди, вот он Мара стоит, вот тут какие-то высокие, наверное, чиновники с аугами. Лады. Приезжает какой-то парень, просто взрывается. Боже, что произошло? И вон он, по сути, я. Вон там он точечка отсюда, которую видно. Давайте я попробую сейчас взлететь. Ой, я заглушил двигатель, надо завести его, если он сейчас заведется вообще так. И вот он, да? Видите меня? Вон он, чувачок такой летает. Неплохо, да? Короче, мне кажется, уже 8 минут прошло, и я хочу посмотреть на все это происходящее, как это будет. Возможно, это просто угроза, и ничего не произойдет, но я хотел бы посмотреть. Можно занять самое лучшее место, там до сих пор что-то взрывается, я не знаю что, но как минимум взрывы в ролике были. Окей. Так, стоп. По-моему, я сейчас там вижу очень много людей. Да. Посмотрите на этот строй. Охренеть. Просто... Ах, боже. Это прикольно выглядит. Там, я не знаю, типа, что это такое взрывается сейчас. И как-то это все долго и затянуто. Он до сих пор требует губернатора. Но тот не приезжает. Так взорви все, давай. Так, и как я понял, кто-то из них губернатор. Я просто не вижу, что они пишут. Вот здесь где-то есть губернатор, наверное. Так как он сказал, что вроде он пришел. Мне кажется, что это выглядит достойно. Я не знаю, что там взрывается постоянно, либо какие-то параши происходят. Но выглядит это как минимум масштабно. Только с Пайдеем погода нормализовалась, но я думаю, что сейчас ее изменят. Вот, короче, я нашел губернатора. Это Ханс. Я еще вспомнил его имя, стоит просто куча людей, то есть, типа, просто посмотрите, Камхант, пожалуйста, не тупи, вот, это реально охрененно, даже немного подлагивает, сейчас показано 35 FPS, ну, понятное дело, куча народа, блин, ну, смотрится это красиво, но мне кажется, что у нас с вами, друзья, самый лучший вид отсюда, ну, только не вот так вот, а примерно вот так, окей, и сейчас он говорит о расправе, так, ждем, там какой-то Дерек пишет, не трогай его, Бурбон, не фейк, да не фейк, не-не-не, короче, они пришли сюда, я не знаю, может, просто стоит улететь, так как это не самое такое приятное, я не знаю, что они делают, там либо план захвата, либо еще что-то, окей, и я взорвался.
прорвался успешно. Боже, просто охрененно. Короче, до цели 1 минута, как я понимаю, и сейчас тоже произойдет. Мы оказались в ЛВ, блин, и я не знаю, где взять транспорт, чтобы добраться туда. Мараз надел противогаз. Я не знаю, что сейчас будет происходить. Ну, короче, да, друзья, все это свелось к тому, что это была РПшка, и то есть губернатора сейчас убили, и ракеты запущены. Казалось бы, мы сейчас должны умирать. Но просто мне казалось бы, что было бы прикольнее, если бы действительно конечно, просто такого, наверное, невозможно сделать, но если бы действительно все это рвануло, как минимум просто взрывы по всей карте пошли, это было бы круто. Тут даже в чате не все знают о том, что тут происходит, там как бы типа ракета, в смысле ракеты, РП война, да. Ну и короче, да, по сути это фиаско, это конец, мы с вами потерпели падение, краш и все. Мы, по сути, с вами умерли, ну вот такое. В общем, по итогу это была неплохая РПшка, но, блин, мне хотелось бы какой-то масштабности под конец. То есть, если бы серьезно, в реалиях сампа можно было совершить какие-то дикие взрывы, ну это реально было бы прикольно. Но, по итогу, да, это неплохо, хоть и на самом деле реализация хромала во многих моментах. Но надеюсь, что ролик вам понравился. Большое спасибо за просмотр, как вы понимаете, все реализовалось, и просто это РПшка, да, в реалиях сампа это сложно сделать, потому что казалось бы, что все, нет никого, но казалось бы, там, вон, сейчас в полицию СФ набор проводит, объявы также идут, да. Это сампик, друзья, поэтому тут ты уже ничего не сделаешь. Большое спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Бурбон. Всем пока. Сначала за шутку принял слова, от которых жутко стало вмиг. Холодный голос проговорил: мы из комитета по концам света уведомляем, сегодня ваша планета будет уничтожена. Простите, что потревожили.